Добрый вечер, наши дорогие клиенты. Как вы помните, весь ноябрь у нас проходила акция. Клиент, который потратил больше 1000 рублей, получал купон. Эти купоны участвуют в розыгрыше призов. Сегодня у нас проходит этот розыгрыш. Что он из себя представляет? Будут 3 главных приза и 2 дополнительных. Главный приз – это фотокартина на холсте размером 40x50. Второй приз – тоже фотокартина, оформленная в багет, поменьше размером, 30x40. И третий приз – фотокартина 20x30. Еще будут 2 сертификата, вручены на фотографии, на ваши фотографии на футболке. И все остальные участники, обладающие этим купоном, получат по кружке с вашим изображением. Вот. Что из себя представляет этот розыгрыш? У нас было 29 участников, 29 купонов. Значит, при помощи компьютерной программы, это генератор случайных чисел, мы проведем этот розыгрыш. Вот что из себя представляет эта программа. Мы выставляем диапазон от 1 до 29 числа. То есть в этом диапазоне сейчас эта программа сгенерирует первый приз. Кто же получит фотокартину? Нажимаем? Нажимаем. Число номер 15. Число номер 15 и смотрим. Вот. Счастливый обладатель купона номер 15. Это Диана. Номер телефона 8-9999. Вот такой прекрасный номер. Диана получает у нас фотокартину 40x50. Далее продолжаем. Второй приз — фотокартина 30x40. Сгенерировать. Номер 26 у нас является участник Лариса с номером телефона, который заканчивается на 0770. Вот, получает фотокартину 30x40. Третий приз — это у нас фотокартина номер 26. Третий приз — фотокартина 20x30. Сгенерировать. Обратите внимание, номер 19. Номер 19. Альбина. Номер телефона заканчивается 7289. Альбина. Поздравляем, победители. Сейчас мы еще 2 сертификата разыграем на майки, фото на футболке. Значит, сгенерировать. Номер 28. Антонина. Номер телефона заканчивается 7152. Антонина. 28. И завершающее число счастливое — это номер 27. Номер 27. Наталья. Номер телефона 8971. 27. Итак, все остальные участники, у кого есть купон, получают кружку с изображением. От вас нужен файл, и мы сделаем вам кружку с вашим изображением. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Приходите за своими призами. Всего доброго. Пока-пока.